Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня в этом видео я вам покажу, какой я купил прибыльный бизнес. Ну не только. Но перед этим я хотел бы напомнить, что я играю на первом сериале Amazing Holy Play. Маник Кирилл Путбуль, не забывайте вводить маник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сериале Amazing Holy Play. Ну что ж, господа, да, я купил бизнес, прям не очень прибыльный, но прибыльный. Купил я его, если что, 2 дня назад. Сейчас мы дойдем, я вам покажу, что это за бизнес. В этом видео я покажу не только свой бизнес, но и бизнес моего друга, знакомого, в принципе, который он купил. Ну и покажу бизнес подписчика. И будет кое-какая новость насчет семьи, поэтому, пацаны, ставьте на лайки и подписывайтесь на канал. Итак, вот этот бизнес, который я купил, это получается нотариус в городе Арзамас, пацаны. Именно в Арзамасе я хотел бизнес на самом деле, и я хотел именно купить этот бизнес. Купил его за 58 миллионов. Давайте вы посмотрим, как я его покупал, и потом продолжим. Ну что ж, вот вы посмотрели, как я его покупал. Через систему нельзя было его продать за 58 миллионов, и поэтому сначала через систему он мне продал за 50 миллионов, потом я ему перевел через Pay 3 миллиона, и потом через банк я ему перевел еще 5 миллионов. Ну, короче, все как надо, пацаны. Большое спасибо этому подписчику, который продал мне бизнес, прям реально от души просто. Потому что он вообще не собирался его продавать и не хотел его продавать. Но за того, что это я, покупатель, он мне его продал. И продал его довольно-таки за хорошую цену, 58 миллионов, я считаю, это нормальная цена для этого бизнеса. Также большое спасибо Джонни Прайту, это Ваня, он мне добавил на этот бизнес 6 миллионов, потому что у меня было всего лишь 52 миллиона. Поэтому большое ему спасибо. Ну что ж, вот этот бизнес, это нотариус. Я сейчас объясню, что это за бизнес и для чего нужен. Вход, пацаны, будет не бесплатный, к сожалению, потому что, ну, я решил поставить вход 3 семерочки, потому что, по-моему, если не ошибаюсь, в Южном вход 5000 или там 2000 с чем-то, а у меня всего лишь будет вход 3 семерочки. Я считаю, это довольно-таки прикольно, красиво и так далее.
Так, вот заходим. Нотариус Family Кирилл Гейм. Я название, в принципе, поменял. Вот так вот это теперь выглядит. Так, давайте я вам покажу, где он находится вообще, чтобы вы знали, кому нужен будет мой бизнес, чтобы там обменяться чем-то и так далее. Пишите вот GPS, потом выбирайте 6 раздел, 11 пункт, нотариусы. И здесь будет самый первый бизнес, это мой. Family Кирилл Гейм, в принципе, я думаю, вы сразу поймете, что это именно мой бизнес. Он находится в Арзамасе. Это на самом деле очень круто, потому что у меня дом на Рублевке находится в Арзамасе. И у подписчика здесь бизнес, и у Вани здесь бизнес, у Джонни Прайта. Но я его покажу чуть позже, пацаны. Все, давайте зайдем, я вам покажу, что это вообще за бизнес, для чего он нужен. Я еще мог сразу снять видос, когда я его купил, в принципе, но я решил подождать 2 дня, посмотреть на финку, изучить этот бизнес и уже записать видео. Я считаю, это правильно. Итак, подходим к чекпоинту. Здесь написано, для чего вообще нужен этот бизнес. Вы находитесь в агентстве нотариуса. Здесь вы можете безопасно поменять ваши ценности, машины, телефонный номер, дом. Встаньте на красный знак и следуйте подсказкам меню. После чего пригласите игрока взаимодействием с вашим имуществом. Будьте внимательны в пунктах меню и постарайтесь проверять информацию 2. Ну, кстати, да, лучше на самом деле проверять 2, но здесь, мне кажется, невозможно даже наебать, по сути, потому что как бы раньше наебали того, что типа писали кар, и здесь вы могли, типа, так сказать, машину выбрать другую. Но это пофиксили, теперь вы так не сможете сделать, в принципе. Вот, подходим на чекпоинт. Что здесь есть, пацаны? Обмен сим-картами, обмен транспортом, обмен домом, обмен бизнесом, продажа сим-карты с доплатой, продажа транспорта с доплатой, продажа дома с доплатой, продажа бизнеса с доплатой. Это на самом деле очень удобно, потому что, ну, это очень большой шанс, что вас никто не обманет. За счет чего я получаю прибыль, пацаны? За счет того, что при обмене там 5% дается мне, типа, от вашей сделки, ну там 50 тысяч, ну такое, короче. Я думаю, это все тоже понятно. Давайте я покажу, наверное, самое интересное, чтобы вы хотели посмотреть, это финка. За сегодня 1000 всего лишь. Пацаны, я заметил, что финка вечером, поэтому сейчас по-любому финки не будет, потому что будний день, многие в школе там, на учебе и так далее. Давайте вам финку покажу, в принципе. Вот такая вот финка, как бы вот, я его купил, получается, 20-го, уже ночью, почти ночью я его купил, 20-го, короче, там, примерно в 11 часов ночи я его купил, так сказать. И вот, он мне принес 300 тысяч, и вот 500 тысяч вчера он принес мне. Вот такая вот здесь финка, да, многие скажут, типа, вот, какая-то финка маленькая. Ну, я считаю, что нормальная финка, вот, даже лям 100 был, вот, почти 500 тысяч, там, тоже 450 тысяч. Я считаю, что финка довольно-таки нормальная, в принципе, и меня, на самом деле, она устраивает. Вот, почти 700 тысяч, как бы, финка нормальная. Мне реально нравится этот бизнес, я не жалею, что его купил. Ну, давайте теперь я вам покажу вам бизнес моего знакомого друга, это Джонни Прайд. Ну что ж, вот бизнес Вани, это S100, пацаны, тоже в Арзамасе получается, возле заправочки, тоже недалеко от моего дома, в принципе. Он его купил, получается, позавчера вроде бы как. Видите, Джонни Прайд владелец, купил он его, пацаны, за 180 миллионов, понимаете, за 180 миллионов. Но не все так просто, он купил этот бизнес вместе с моим подписчиком, то есть они купили этот бизнес на двоих. Влад Серов, привет тебе, если что, если ты это смотришь. То есть Джонни Прайд с Владом Серовым купили этот бизнес на двоих. Он, получается, дал сколько? 80 миллионов. Даже 85 миллионов. И Ваня дал 85 миллионов. И получилось так, что они купили этот бизнес на двоих. В принципе, он сейчас на Ване. И, скорее всего, он будет постоянно на Ване. Просто не будут делить финку на двоих. Я думаю, это, в принципе, закона, как бы. Это можно так делать. Поэтому в этом страшного ничего нет. Вот здесь находится. Давайте я вам GPS тоже его покажу. Пишем GPS. Бизнесы. Вот, 5-й пункт. СТО. И вот, Family Kirill Game тоже. Он подписан, в принципе, что это наш бизнес. Поэтому можете приезжать, пацаны, чиниться. Все дела там. Не тросик поставить. Гидравлику, потом что там еще, винилы поставить, перекрасить машину. Короче, все, что можно с машиной сделать, вы сможете сделать в СТО. Поэтому, пацаны, обязательно приезжайте к нам. Ну что ж, а вот бизнес именно моего подписчика, который мне продал бизнес нотариус. То есть, он продал мне нотариус и купил себе вот этот бизнес, спортзал, в принципе, в Арзамасе. Это мой бывший спортзал, думаю, многие его помнят, в принципе. Я его продал из-за того, что, ну, надоело мне на самом деле, и я его поэтому его продал. Но он его купил себе, вот, Денис Сатаев, большой тебе привет. Спасибо, что ты продал мне бизнес нотариус, прям реально большое тебе спасибо. И вот он купил себе, в принципе, вот этот бизнес. Вход, пацаны, бесплатный, можете приходить, изучать стили боя. Он не знает о том, что я покажу его бизнес, поэтому я считаю, это будет для него очень приятно. Я на самом деле такой, чтобы все подписчики, которые у нас в семье, смели название на Family Kirill Game. Как бы вот, давайте я вам покажу, где находится бизнес, этот спортзал. Вот бизнесы, спортзал, и вот, получается, Titan Kirill Game, самый первый бизнес, 28 номер у него.
Насчет семьи, что я хотел сказать. Пацаны, кто в семье, вот каждый, кто в семье, слушайте меня внимательно. Есть правило, нужно в день вложить 10 тысяч. Как бы это небольшая сумма. Ее можно заработать, ну, за 10 минут максимум, мне кажется. Просто ложите в общак 10 тысяч через банк. Ложите в общак деньги. 10 тысяч, это небольшая сумма. Это такое правило в нашей семье. Потому что я сегодня зашел, и Фома чуть не слетела, понимаете? Было минус 111 тысяч. Это довольно-таки неплохая сумма. Скриншоты я вообще ставлю вам на экране. Я закинул свои деньги, я сначала погасил долг и закинул еще сверху 200 тысяч. Поэтому, кто в семье, обязательно ложите хотя бы 10 тысяч в день. Я буду специально каждый день заходить, писать фэ-меню, потом история общака, внесение. И кто не будет ложить деньги, я тех буду выгонять, либо как-то наказывать, потому что, ну, это не дело. Мы одна семья, и вы должны помогать мне, понимаете? Поэтому, пацаны, кто нормальный, кто в нашей семье, ложите хотя бы 10 тысяч в день. Потому что я не могу сам все тянуть, Фома может в любой момент слететь. Видите, я вот погасил долг сначала, и потом еще 200 тысяч закинул. Поэтому, пацаны, я надеюсь на ваше понимание. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Вот такие вот у нас бизнесы, пацаны. Это нотариус в Арзамасе, СТО в Арзамасе и спортзал в Арзамасе. Я считаю это очень круто, потому что я сам живу в Арзамасе, и все наши бизнесы рядом, это реально очень круто. Все, пацаны, всем пока-пока.